Привет, друзья, дорогие! Мы находимся сегодня в Монако. Уже не знаю, в который раз. Но сегодня я первый раз буду посещать коллекцию машин. Вот. И зоологический центр. Да. Так что много будет интересного. Единственное, что меня сегодня взбесило, то, что мой интернет отключили мне в Монако. Да, хотят, чтобы я покупала их не в интернет. Представляете? Хотят, чтобы я покупала их не интернет. А я не хочу их не интернет покупать. Потому что у меня свой купленный есть. Вот, а на Wi-Fi Монако, как раньше я подсоединялась, тоже не дает доступ. Прикиньте.